Сегодня налоговики отмечают свой профессиональный праздник. Правда, вместо выходного дня либо отгула инспекторы решили, наоборот, поработать сверх нормы и устроили день открытых дверей. Весь день в инспекции консультировали посетителей и помогали в заполнении различных документов. Налоговые инспекторы отмечают, такое общение сейчас как нельзя кстати. Заодно напомнили, что с оплатой счетов пора поторопиться. Накануне все налогоплательщики уже получили единое уведомление по уплате налога на имущество. С этого года оно включает в себя транспортные, земельные и имущественные налоги. Заплатить по счетам за 2011 год жителям района необходимо до 12 ноября. После будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования банка. В этом году первый раз у нас нововведение. В одном едином налоговом уведомлении все три начисления, то бишь на три налога. Это очень удобно тем, что не надо несколько уведомлений посылать. Значит, кстати, теряться на почте. Налогоплательщик в одном увидит всю информацию о своих обязательствах. И еще я хочу сказать, что в едином налоговом уведомлении сейчас предусмотрена очень интересная вещь, где расписаны все предыдущие периоды для справки.